Глава Карелии поручил открыть дополнительный первый класс в 55-й школе. Этот вопрос он обсудил во время прямого эфира проекта «ЦУР объясняет» с министром образования и спорта Романом Голубевым. Как пояснил Артур Парфенчиков, дополнительный класс откроют в первую очередь для детей, которые живут рядом со школой. Такой вопрос поднимался родителями первоклассников из близлежащих районов. Они записали видеообращение с просьбой зачислить их детей в школу. Они также обращались и на наш телеканал и рассказали, что большинство родителей не могут возить своих детей в другие школы и районы. Артур Парфенчиков отметил, что по итогам совместных выездных совещаний с администрацией города обозначена потребность в строительстве еще одной школы в микрорайоне Древлянка.